Сегодня в Москве скончался депутат Государственной Думы от Чувашии, первый секретарь Роскома КПРФ Валентин Шурчанов. Нашему телеканалу эту информацию подтвердили в Роскоме партии. Валентин Шурчанов умер сегодня в больнице от COVID-19. Об этом депутатам фракции и его аппарату сообщило днем руководство КПРФ. Шурчанову было 73 года. Он первый председатель Госсовета Чувашии. Валентин Сергеевич – депутат 4 созывов Госдумы. Руководил газетой «Правда», был секретарем ЦК КПРФ по вопросам формирования депутатской вертикали. В Госдуме этого созыва занимал должность первого зампреда комитета по бюджету и налогам. Сейчас создана комиссия по похоронам. Дата и место прощания с Валентином Шурчановым будут известны позже.